Сегодня утром на автодороге Мурманск-Североморск столкнулись три автомобиля. Серьезное ДТП произошло в районе старого КПП. Есть пострадавшие. Тревожный вызов на пульт дежурного поступил в 8 часов 38 минут. Столкнулись сразу три иномарки – BMW X5, Renault Logan и Nissan X-Trail. Известно, что произошло лобовое столкновение BMW и Renault, после чего в них врезался Nissan и вылетел с проезжей части. Больше всего пострадали пассажиры легковушки, их уже доставили в больницу. Со слов очевидцев, чтобы извлечь водителя из искореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Из-за происшествия образовалась пробка в сторону Мурманска. Причины аварии сейчас устанавливаются.